Всем привет, вы на канале Гайби, и с вами Екатерина. Начинаем играть в Nine Child Street. Да, я чё-то уже боюсь. Ну блин, такое еще название, я прям боюсь. Что-то такого, что мне не понравится, вот. А перед тем, как начать, обязательно поставь лайк данному видео и подпишись на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем. Так, надеюсь... Меня хорошо слышно, игру тоже. Кто-то рыдает. В смысле мы без руки? Это нормально вообще? Где я? В западне, как, наверное. Так. Ничего нету. Так. Я взаимодействовать. Ладно. Выбраться из дома. Угу. Ух. Еда. Да. Еда, идущая. Еда. Может, это сюда? Так, чёт высоко. Не, плохая идея. А там что? Погодите-ка. Слишком высоко, нужно найти веревку. О-о-о. Ё-моё. Так. Вот где рука наша. Ладно. Что тут у нас еще есть? Блин, мне и так уже страшно. А тут ничего нету? Нету. А тут? Тут же ничего. Так. Ладно. Так, ничего? Так. Видимо, ничего. Дверь привязана веревкой. Ага. Я там видела в коробке это. Так что давай-ка. Спасибо. Так. Ух. Надеюсь, я не буду так сильно бояться, как в прошлый раз. Угу, угу. Утешила, блин. Так. Исследовать дом в поисках веревки. Ладно. Хорошо. Как скажешь. Ой, так вот это дом. Что тут делает моя любимая игрушка? Кто знает. Так. Ага. Ладно. Так. Очень странный звук. Ё-моё, очень страшно. Здесь? Очень страшно. Ладно. Так, бинокли. Вроде ничего нет. Давайте-ка я уйду отсюда. Спокойствие. Да, мы без руки. Только спокойствие. Ну, так ни к чем не бывало. Просто такой... Туру-туру-туру. А мне пофиг, что отрубили руку. Так. Здесь что у нас? Очень странный звук. Страшно. Hello? Так, мне это не нравится. Такие звуки. Боже мой. Скрепка ее можно использовать как отмычку. Так, ладно. Только от чего? Ладно. Так. Тут ничего нету.
Кто-то что-то записывает, да? Похоже, я не один в доме. Лучше не шуметь. Легко сказать. Так. Так. О, веревка. Сейчас мы... Мне это не нравится. Ё-моё! Давай, убегай! Нафиг! Ё-моё! Ё-моё! Очень страшно. Очень-преочень страшно. Ты как, живой? Нет? О, боже мой, что это сейчас было? Так, а это что у нас? Так, Charles Street 9. Окей. Я часто наблюдаю за заброшенным домом напротив. Все считают моего соседа пропавшим, но не я. О, там кто-то смотрел. Ну я же видел, как загорается свет, и я видел силуэт человека. На заборе есть дыра, через которую я наконец-то проберусь туда. Зачем? И положу конец этой тайне. Ты чё, рехнулся, чувак? А, сразу видно, школьник. Зачем тебе это? Тебе этого не нужно даже. Так. И что-то написал. Привет, мама. Привет, папа. Если вы читаете это, я ушел в тот странный дом, о котором постоянно говорили. Вы видели те фотографии, которые не хотели видеть? Ругали меня, запрещали мне ходить туда. Поэтому мне пришлось идти туда ночью. В тайне от вас. Я хочу утолить свое любопытство и перестать вечно думать об этом доме. Люблю вас, Армин. Пацан, ты... Придурок. Этого зайчика мне подарил тот самый сосед. А вопрос, а сосед адекватный? Надеюсь, что да. Если нет, то увы и ах. Так. Кепка. Зачем нам кепка Эша? Вроде бы мы сейчас не играем в покемоны. Так. А что это у нас тут? А, кстати, там что-то есть. Ну-ка. Можно скейт? А, тут это как раз-таки. Вот тут и силуэты. Тут открытые окна. Ага, ага. Все, вижу. Ух, ладно. Ладно, ладно. Я не знаю, зачем тут пойдёмший. Ладно, мы пойдем. Так. И нам нужно пойти, да? Нет? Закрыто, но задняя дверь должна быть открыта. Ты специально, чтобы я еще нервничала, да? Спасибо. Угу, спасибо. Так. Что тут у нас вообще есть? Машина. Так. А почему все тут открыто? Да, и задний... Как бы двор тоже открыт. У меня вопрос к родителям данного ребенка. Почему? Так, ладно. А, что тут у нас есть? Чтоб включить фонарик. Окей. Так. Можно нам молоток? Я хочу взять молоток, отвертку, скотч. Ну, хоть что-нибудь. А, ладно. Пошлите. Блин, не люблю, когда все нагнетающе тихо, блин. Так, дорога. Ладно. Мне надо попасть в дом.
И куда нам идти? Где тут пробой в заборе? Так, это вход. А где дырка? Ага, вот тут, да? Ладно. Ил. Сейчас жутко. Так. И куда мы идем, непонятно вообще. Так. Можно сюда? Ага, спасибо, постучался, блин. Никого нет. Ладно. Тогда мы пойдем? Я не хочу. Мне страшно. Так. Сначала надо попробовать переднюю дверь. Нет! Не хочу пробовать переднюю! О. Открылась? Найди комнату со светом на втором этаже. Ладно. О, здрасте, я вижу куклу. Так, ладно, ищем, как пройти на второй этаж, да? Ладно. О. Так. Вроде не так много времени прошло. Ну, блин, чё так уже страшно? Телек. А зачем телевизор? Так. Мухи летают. Да. Я не узнаю ответ на этот вопрос. Так. Так, это туалет. Нам не сюда. Значит, нам сюда. Так. Ага. Значит, пойдем. Здрасте. Нет, не здрасте. Можно я уйду? Так, закрыто. Козлы. И как мне попасть? Можно просто обойти дом и войти через заднюю дверь. Спасибо. А можно сразу домой я побегу? Ну ладно. Нет, так нет. Так. Ладно. Кто зашипел? Кто чавкает? Ох, как тут стрёмно. Ох, как стрёмно. Весело, наверное, в ошейнике крутиться на карусельке. Карусель, карусель, начинается месиво. Только пловом не давайте, мне пора уже домой-то. Так. Так. И куда нам? Сюда? Нет, не сюда. Наверное, сюда. Так. Найти комнату со светом на втором этаже. Да я поняла уже. Так, это, наверное, мы уже в той части, где кухня, да? Во, лестница. Ладно. Так, иди нормально. Так, куда нам? Сюда, что ли? Так, тут закрыто. Ладно. Блин, такие жуткие фотографии. Нет. Ладно. О.
туалет. Никого нет дома. Ха-ха, чья-то ручка. Ага, вот он свет. Ух, та самая комната. Так. И что тут у нас? О, компьютер. Что тут у нас? Мы тебя ждали. Армин. А я вас не ждала. Фу, какой мерзкий запах от этой двери. А. Это жутко. И? Да хватит там дышать. Ладно. Что это у нас? Похоже, это половинчатый ключ от красной двери. Но где вторая? Хороший вопрос. О! О! Не-н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 е. Наверное, проблема с электричеством. Пора уходить. Да-да-да, пора уходить. Не хочу в нее играть. О боже, еще одна жуткая фотография. Так. Мы пришли оттуда, да? Блин, ненавижу такие игры, когда... Нет, я туда не пойду. Сам играйся. Почему так комната открылась? Посмотрю, что там. Ты издеваешься? Нет, нет. Я туда не пойду. Я туда не пойду. Буду смотреть вниз. Ой. Чаки, привет. Так. Похоже, тут жил создатель кукол, но почему его нигде нет? Жутко, однако. Пойдемте. Пойдемте дальше, да. Ой, я не хочу в это играть. Так. Привет, чувак. Ну, я пошла. До свидания. Аливидерч. Нет. Я не хочу с тобой играть. Нет. Нетушки. Куда мы идем с пяточком? Домой, домой, идем. Давай, иди, 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 иди. Как я забыл, в доме кепку нужно забрать, иначе мама меня убьет. Нет, я не пойду. Это страшно. Это страшно. Я не пойду. Я не пойду. Я не пойду. Не пойду. Ладно, одним глазком. Потом я уже решу, что делать дальше. А может сохраняться? Наверное, возможно, да, если там была кнопка загрузка. Так, нам нужна та комната, да? А, нам, получается, глаз главный, потому что кепка была... Кепка здесь. Да, нам нужно с главных дверей начать. Логично. Походу, я не допройду. Меня не хватит. Если сейчас будет какой-нибудь скример. Я даже не знаю. Я не хочу идти. Ну, не хочу идти. Это страшно. Ладно, придется. Кепка, типа, у нас здесь была, да? Типа, здесь была.
Вот тут стояла. Да, вот она. Да, она здесь была. А, кстати, у нас кепка же надета. О, боже мой. Хорошее искажение голоса Ягами Лайта. Респект, уважуха, да. Поклонники Ягами Лайта, да-да-да. Мне порой кажется, если я нажму на Е, мне кажется, будет жестко. Ради моей безопасности. Да хорош уже смеяться. Шутник хренов. Рюк, отлупи Ягами Лайта за то, что он это издевается над детьми. Рюк, я серьезно. У Лайта в крыше поехала. Пора убегать, пока не стало хуже. Мне кажется, и хуже уже стало. Я, кстати, вот так вот немножко приподняла, потому что, чтобы не было не так громко. Ё-моё. Я буду смотреть! Спасибо. Смотреть в пол буду. О, господи! Фоновый звук! Буду смотреть в пол. Ничего не знаю. Мы оттуда пришли, да? Да. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Что? Замок. У моего зайчика была похожая бирка. Хорошо, что я взял его. Говнюк! Он стащил! Он стащил зайчика! Нет! Так, ладненько. Давайте-ка на этом остановимся. Я действительно сейчас уже перенервничала. Боже мой. Это так немножко жутко, особенно ночью играть. Ну ладно, у меня не совсем ночь. Я сейчас скажу, сколько по времени. Где-то 12 часов ночи. Вот. И я как бы... Не знаю. Это так жутко. Вот. Если хотите продолжение, то обязательно ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ссылку в описании под видео. На сервис Discord. Ссылку в описании под видео. И, конечно, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока.